Так, тут легкая фора, пока я искал. Всякое разное искал. Духи живут среди нас. Их сила наполняет это все. Понял. Ну, сейчас будет еще чуть форы. Самую малость. Мне не нужно, чтобы сразить враг. Так, ну все, теперь можно и на ред лететь. Хотя ред, наверное, уже вайп фармит. Хотя тут такое элла, что как бы. Ну, вернее, его отсутствие. Да. Ну ладно. В принципе, будешь знать, как не помогать мне с бафом. Надеюсь, на десятой стороне будет выходить. Ну, с флеша сыгра... А, у тебя флеша? Ну, ладно. Чё там, Вай будет пытаться что-то делать? Я сокрушу и тело, и разум. Блин, что-то я рано нажимаю. Ну и да, типа я два раза сдох, а по... Ну по факту один раз, потому что... Один раз... Ну, блин, немного не тайм бы посетить. Ну сейчас-то понятно, может не так. Я вообще раньше думал, что когда два стака, то еще увеличено постоянно скорость. Я здесь, по воле судьбы. Ну ладно, видимо нет. Подошел к концу. Да, репорт меня, репорт. Репорт меня, репорт. Блин, неплохо лайн стоит у арки. Ну что, Вай, конечно, вообще ничего не реализовывает. Я бы себя убил вообще просто. Блин, принципиально не гангать бот. Пытаться разгонять через другие линии. Блин, зря бот не бэкается. Это прям такой бред. Ну бэкнитесь вы, и вы их убьете. Покойно, ты чё. Попади чармом тут. Упорные тренировки привели к победе. Окей. Дух дракона, воплощение внимания самой жизни. Он принимает все важные места. Все, он без вышки, блин, это вообще топ момент. Давай, давай! Насрать вообще, прыгай. Ну. Блядь, что это? Что это? Господи, животное, блядь. Бесшумная поступь. Что
там написано. Просто влететь, и мы бы его убили. Насрать на него шестой вообще на все место. Пацан, ой, а где Ганни? А где Ганни? Ну, я бегу. Ты будешь на него прыгать или нет? Зачем ты help пишешь? Не, не, это забей. Мы его просто убиваем, если ты влетишь. Это вот, вот, вот что это было только что? Это типа рофл какой-то. Да, что-то более агрессивно. Я раньше через испепелитель обычно брал. Ну, как обычно, в паре игр. То есть, вот, он просто его убивает, у него игнайт, флэш. Да, ну, ульта, ладно, ульта только что появилась, окей. Ну, ну, серьезно, что ли, ну, нормально. А потом, ой, что там, фигер, не фигер, ой. Ну, блин. Ну что это? И сейчас он влетел. Ну, короче, да. Ребятки, ой, а мы не можем апнуться, потому что робот в таких моментах не может апнуться. Ничего. Блин, у меня шестого нету. О, он остается. Да, блин, я вот не знаю, брать ли Тиамат, или не брать Тиамат, или кусок этой фигни взять. Хотя я могу и этой фигни, и Тиамат, блин, имба. Сейчас надо будет заклирить нижнюю часть. И на дракона, наверное, но может в принципе и что, не просажены? Не, не. Пусть их давит. Ну, наверное, потом в брудни все же начальный предмет топ. А потом я, наверное, даже не в секиру уйду. Понятно, вообще. Блин, у меня борда нет, это плохо.
обретет твой дух покой. Доверься чувства. Ошибка. Ну, вроде бы плохо идет пока что. Вот я, правда, сейчас сказать, что делать. Дальше, так сказать. Я смиренно иду по пути, выжженному драконьим пламенем. Зашубел тут. Блин, хз, куда заходить? Может, нам... Не, Герольд вообще говно. Хотя, можно попробовать, не знаю. Может быть, мне понравится Герольд. Не буду чарами. Я не позволю гордыне сбить меня с пути. Но главное, как бы килы буту не давать, и все будет нормально. Ну как бы смотрите, что Джин пишет, а его не забанят. Ну, я бы, если кто-то смотрит, кто может повлиять на банда, то вот, милости прошу. Да-да-да. Смотрите, сколько маты. Просто в очереди. Блин, не знаю, надо, наверное, бэкаться, а потом с блюбаф, дракон, там. Они думают, что я на драконе, типа, скорее всего. Наверное, надо эту титанику собирать. Блин, и там фулл АД тимка. Это прям такое. Думал деф, но, типа, не знаю. Титаника, ну, типа, титаника деф.
Ну, кстати, Джин неплохо фармит, но... Да ненормально. О, все, минус, 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 ребятки, ее. Блин, ну ладно, заберу волчков. Ну вы посмотрите, что как бы Джин пишет, а вот его не забанят, как так? Хотя ладно, на самом деле, Джина не забанят. После такого-то грех не забанить. Много матов в чате, много. Даже очень много. Горит! Или горит. О! Блин, неплохо подшагивает, кстати, ГП. Ну, кстати, ко мне в последнее время нормальных челиков. Иногда даймонды происходили. Да. И против, и зам, хотя я еще на 27-м. Ну что там такие даймонды? Просто зомби, просто зомби. Мне не нужен клинок, чтобы сразить врагов. Отхилились, бабчик подлечили. Ну, вроде красиво играю. Это не точно.
плохо тут не плохо. Вот, блин. Ну, кстати, от Титаник Гидры и урона немало. Поэтому. Так, а что еще нужно на армор собрать? По идее у них сустейна немало, ну такое. Как бы, ну просто больше особо нечего делать, поэтому. Я здесь по воле судьбы. Надеюсь, это тоже будет за стайки засчитываться хоть как-то типа. Ну или хотя бы архив. Я больше не позволю если она сейчас эскейпнет, это будет просто ор. Нет! Ну ладно. Это будет просто ор. Так, а что еще можно собрать? О, можно вот это. Ну, маг урона там же вообще по нулям. Ну ладно, ради сустейна. Дракон отвечает. А, этот будем собирать. Танец смерти. О, так, нормально. Позу сесть. Даже в умбовой позе вставил. Так, что там? Собирать особо пока нечего. Блин, или не собирать. Хотя не, мне кажется, норм зайдет. Конец серии убийств. Блин, можно драконов, в принципе. У нас будет чисто душа на 4 стаках, если все пойдет по плану. Я хочу длинную игру. Так бы мог, конечно, сразу закурить на нашу. Закончено, интересно, типа, расфиженный.
что я буду делать дальше, как буду его разыгрывать, потому что все равно зависит от меня. Я не всегда побеждаю. Ну, шору забирают. Я не успею рулон совершенно. Ну, вернее, мог, но, блин, мог бы... Мог бы пытаться перестилить. Там какой, да? Испытание никогда не закончится. Блин. Прям близенько, близенько. Можно было с флеша сыграть, в принципе. Я еще даже забыл, что он вот этот лисин, который забывает о своем флеше, а чё, 40. Так, ну сейчас придется так поддефливать, так сказать, Это будет достойно. Так, сейчас надо чисто на джи добавить. На тренировках я получил больше, чем в своей. Так, когда у меня это, да, откатится? Блин, нажалось. Надо все. Так. Ну да, в принципе, достаточно дорогой предмет. Последним его собрать я буду. Могу больше переживать. Мне кажется, с ангелом хранителем неплохо сочетается. Я, типа, умираю. И при этом, типа, эти стайки не как бы проходят. Ганк-планк. Ганк — это его любимое слово. Ганк-планк. Все у него виноваты, я у этого мракобеса. Так, ладно. Ну ладно, надо что-то делать. Типа, собирать предмет и идти разваливать, как бы. Пока можно. Мракобес. Кучин. И он сейчас еще этих заберет, да? Берет, да. На гамбит таких. Ну вот. Ну в принципе это лучше, чем да? Ну, в принципе, он тоже скоро откатится, поэтому велика пусеря. Так, ну, надо драться за него. Без вариантов, ребятки. Блин. Ай.
помогу! Кто-нибудь! Ну, ты куда бежишь, животина? Кого я ганкал? Кого? Нет, забей, жаль, блин. Том, который усылает. Ой, блин, ну ладно, надо было джить. Хотя, о, все, благодаря ганку прибегу. Джин деф, вот такие. Ну да, там 10 секунд до молодых. И он дальше по нему не сыграл. Брат, животное, реально, на Джексе. Ну да, они заберут сейчас это, да, душа. Блин, Джекс реально мог меня засейвить и выиграть, знаете, в игру, но... Такое. Блин, ну все, ну да. Надо сейчас стилить на Шора. Все. Босах без. Ну что он вообще тарит? Ну какой-то стандартный билд, мое непочтение. О, так, что там, Ред забрал? Так, надо забирать Ред. Обратно. Мои шрамы не предупреждение. Это напоминание о ноше, которая тяжела. Помоги, подойди! Что? А? Ну ладно, тут еще мстят, ребятки, мстят. Плохо. Так, чё, блин, ну, реально же, который бэк не забыл. Ну, в принципе, последний предмет, дорогущий, поэтому... Ну, ему вообще надо не последний, потому что он дорогой, это рецепт из этих кусков, он как три, он кусков дорогой. Такое надо и не последним. Одно дело Рабадон, который из двух частей состоит. И дальше там дорогущий рецепт. Его, естественно, в любом случае дорого собирать. Эти кусочки и рецепты. Ну, понятное дело, 2, 350, 1100 разные. Полегче. Ну, там кританула, скорее всего, но все равно. Типа, двух ключей критов. А вот это мне... Зачем флешки? Блин, они эндили, наверное, да? Ну, что как-то инсек, ну что это, блин, а тут как бы не инсек, а ничего. Не минуты покоя, не секунды покоя. ДП, ДП. Туда, где я нужен. Наконец. Чё? Сначала? Блядь, почти! Как это было близко. Как же это было близко. Мне нужно помедитировать. Помедитировать. Ну, в общем, все понятно. Так, все, фу, лисин. 35-я энергия полетели. Ну! Ребятки, разыгрывайте. Ну. Залетаю, ребятки.
Ну да, когда я не пытаюсь инсектов никого, то там оно как бы попроще будет, попроще. Ну, фризахил, просто фризахил. Если бы не давали еще файтика какие-то, то бы... У нас все в урон, так сказать, с дырка в урон. Так, ладно. Это за ней, ребятки. Это за ней. Победив себя, победишь врага. Победив себя, победишь врага. Победив себя, победишь врага. Победив себя. Ну, ребята, вы где? Ау! Я для вас тут стараюсь. Понял. Насыщенная, да? Правда, изначально надо было эндить победу устроить, но я чуть-чуть.